Соусы – простой способ разнообразить привычные блюда. Ими легко увлечься и накупить в магазине большое количество. Но перед этим лучше разобраться, какие они бывают и в чем польза и вред. Барбекю. Состав и энергетическая ценность меняются в зависимости от фирмы. В среднем это 166 килокалорий на 100 грамм. Несмотря на то, что производитель заявляет о наличии таких полезных питательных веществ, как калий, магний, фосфор и прочих, помните, это вещества синтетического характера и принесут вашему организму весьма сомнительную пользу. Песто. Его основа – базилик и оливковое масло. Высокая энергетическая ценность. Примерно 560 килокалорий на 100 грамм. Состав включает огромное количество полезных элементов. Витамины А, Е, С, В9, В12, а также микроэлементы. Натрий, калий, магний, фосфор и прочее. Этот продукт отлично стимулирует работу иммунитета. Обладает патогонным и жаропонижающим свойством. Улучшает пищеварение, нормализует давление и работу сердечной мышцы. Помните, все это относится прежде всего к продукту домашнего производства. Брусничный соус – одна из самых популярных заправок к мясу в скандинавских странах. Ягода обогащает организм противовоспалительным витамином С. Регулярное ее употребление насыщает организм следующими минералами – хром, медь, калий, марганец, кальций, магний, железо, фосфор. Сырный соус – не только калорийное блюдо. Также в его состав входят трансизомеры жирных кислот, а это очень опасно для здоровья. Несмотря на то, что производитель заявляет о наличии таких полезных веществ, как калий, магний, фосфор и другие. Он быстро избавляет человека от чувства голода. Пожалуй, это единственное его достоинство. Кунжутно-ореховый. Зерна содержат элементы, которые полезны для иммунитета. Витамин Е способствует улучшению общего состояния здоровья, росту мышц и поддерживает здоровье сердца. Стоит помнить, что при производстве используются синтетические усилители вкуса, а они не усваиваются организмом и плохо выводятся. Это приводит к нарушению работы в ЖКТ, а также ряду заболеваний печени и почек. Внимательно читайте упаковки, выбирайте натуральный состав, а лучше готовьте соусы самостоятельно. До свидания!